Битва подписчиков проводится при поддержке игрового канала Мистера Коко и Prime World Дружба Фракций. Ссылки на группы в описании к видео. Всем привет, дорогие друзья! У нас встречаются Зеку 91 и Джокер Рафаэла. Вампир против Фриза. Вампир разумный, Фриз силовой. Вампир сразу взял баночку, Фриз взял баночку и фонарь. Потому что как еще по-другому увидеть вампира? Ну, тут, наверное, с первых минут что-то будет. А может и не будет. Давайте ускорю. Нет, Фриз пока просто ласхитит крипов. Вампир тоже старается это делать. У вампира есть медалька. У Фриза нет медальки, зато есть печенька из скопища. У вампира есть кукла и... Все время забываю, как это называется. Путь карателя, точно. Чуть впереди поправим у Фриз. Так вот, вампир берет опрощерка и уже пытается как-то Фриза продамажить. Фриз выхиливается от крипа, насколько ему позволил это сделать вампир. Так, ну, пока у Фриза нет ульты, я думаю, он особо агрессировать не будет. Он отправляется на верхний глиф, находит мощь, тпшится, видимо, на нижний. Находит стримло. У вампира есть его лужа, но у Фриза есть вард, который он уже поставил. Бежит Фриз в лес. Подфармится. 2900 на 3300. Так, у Фриза есть ульта. В принципе, он может вампира под фонарь к себе затолкнуть. У вампира тоже есть ульта. Фриз гораздо быстрее забирает пак. Пока никаких действий не предпринимает. Я думал, он пойдет на лесной пак, но нет, решает остаться на речке. Так, ульта. Прокаст. Кстати, у вампира слетела грань. Он использует баночку. Фриз его все равно видит, конечно. Возможно, он просто проверил, как будет действовать вампир в подобной ситуации. Фриз тоже проюзал баночку.
Так, у Фреза теперь есть скопище. Которое он, да, вылечил. Сверху пока ничего. Вампир снова дарит цветы Фрезу. Что выучит Фриз? А, что-то я пропустил. Он сапоги, что ли, выучил? Или печеньку? Так, ульта от Фреза. Заморозочка. Ну так неплохо, кстати, на пол хп он его просаживает. Снова заморозка. Смотрите, как везет на криты Фрезу. Вампир пустил лужу. Так, снова за глифом. Инвиз. Фреза есть ульта, смотрите, пошла в вампира, заморозочка, скопище, и это первая кровь. Это было красиво, кстати. Совершенно вампир этого не ожидал. 1-0, Фриз ведет. Кстати, у вампиров КД ульта ушла, значит, он... попытался это заюзать. Снова ульта от Фреза, снова слетает грань. Ну тут вампир больше получает. Баночка от вампира, печенька от Фреза, попадает розочки вампир, но ульты у него нету. Продолжать просто нечем. Так, Фриз идет на пакт лесной, отхиливается на нем. Вампир продолжает сторожить башню. На нижнем глифе пусто. Двести на 9300, 2000 перекачи у Фреза. Так, ну у Фреза полный добор, в принципе, как и у вампира. Куда он пойдет? За вардом, наверное, да? Ага. Баночка очищения, баночка ускора. Временный глаз. О, смотрите, где встречаются соперники. Идет ульта Фреза. Но повреждений недостаточно. Кстати, если бы вампир сейчас продолжил, возможно. Но нет, у Фреза есть ульта, он находит мощь еще к тому же. За ним бегут крипы, его палят. Вампир все прожал, что у него было. Забирает нижний пак. Ульта. Снова слетает грань с вампира. Кстати, ульта апнутая. То есть она его замедляет еще.
Вампир выхиливается в лесу. Первый штурм делает Фриз. Смотрите, Фриз. Ну, вроде как показал, что я здесь. Не расслабляйся. Уже талант 6-й строки выучил. Вампир только талант с 5-й. Так, наверное, еще один временный глаз. Банк очищения. И думает, чтобы еще купить. Просто вард. Девять шестьсот на 12500. Фриз бежит на нижний глиф, находит стримло. Вампир уходит в верхний лес. Но Фриз это видел. Нет, он не видел. Идет на верхний глиф, мощь. Стримло сейчас закончится. То мощь останется. Ульта. Как-то вообще мимо совершенно. В километре от вампира прошла. Скопища летят вампира. Так, снова замораживает его. У вампира есть ульта. Он попадает розочкой. Ульта от вампира вместе с крипами, смотрите, но... По-моему, кукла была проюзана, да? И куда... Вампир, зачем ты отходишь? У, ёлки-палки. Зачем же ты, вампир, отошел? Вот так вот. 2-0. Хотя, с другой стороны, если бы он не отошел, тогда заморозка пошла бы в него, да. Нет, правильно он поступил, что отошел. Просто чуть-чуть не хватило урона. Вот это сейчас было на грани, конечно. Снова ульта у Фриза. Кажется, что так быстро. Так, ульта от вампира идет в ответ. Каждый свое прожимает на отхил. Из-за того, что я перематываю, кажется, что ульта очень быстро откатывается. На самом деле это не так. Все происходит вовремя. На нижний глиф бежит Фриз. Там... О, да, стримло. Вампир под второй башней стоит. Фриз вардит лес. И верхний, и нижний. Видит вампир, что Фриз вышел. Мимо ульта. От Фриза.
Да, называется пробивый щит. Просто забирает лес у вампира. Вампир стоит далеко-далеко за вышкой, чтобы с руки не достать. Успел заморозить он его. Так, слетает гранька. Но вампир спасается около башни. Да, не было бы у фреза этого щита, росчерки бы очень больно били. Фриз выхиливается на паке. Находит мощь. ТПшится на нижний, видимо, опять, нет? Да, здесь обнова. Ой-ой-ой. Мощь и обнова, да, это смертельное сочетание. Теперь осталось выловить вампира. Ульта. Слушайте, пол хп с ульты просто снимается. Не попадает он своим. Проказ он просто решает добить башню. Мастерский штурм. Бежит за вампиром Фриз, но вампира не догнать. Но вот сейчас, видимо, Фриз о чем-то своем задумался, потому что он пушит башню снизу. Что делать запрещено. А, я понял. Вампир решает просто сдаться. Поэтому Фриз начал пушить там. И со счетом 2-0 Фриз побеждает. Вам спасибо, что смотрели. Всем пока!